10 сентября в единый день голосования в Ленинском районе проходили выборы депутатов, советов депутатов двух городских и четырех сельских поселений, а также глав трех поселений – Видное, Развилковское и Володарское. На участковых избирательных комиссиях работало свыше 500 человек, а за процессом голосования следило 268 наблюдателей. Всего было 85 участков у нас сформировано, все они открылись вовремя, все они отработали на оценку отлично, вот, ну и подвели итоги голосования. За плодотворную работу в подготовке и проведении выборов наградили более 30 человек, в их числе председатели, заместители председателей, секретари и члены участковых избирательных комиссий. Все они были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами главы Ленинского муниципального района. Мы говорим друг другу большое спасибо за проведение и подготовку тех важных мероприятий, которые определили жизнь нашего Ленинского муниципального района на ближайшую пятилетнюю перспективу. У нас есть с вами одна цель и одна задача – сделать так, чтобы нашим жителям было комфортно жить в Ленинском муниципальном районе, в каждом поселении. Видно, что вы работаете командной, поэтому всегда хороший получается результат. Я хочу вас поблагодарить за работу от имени Московской областной думы. Почетную грамоту главы Ленинского муниципального района вручили Ольге Семеновой, председателю участковой избирательной комиссии номер 1304. Этот участок для голосования расположился в Развилковской школе. На нем работала комиссия из 10 человек. Все люди опытные, и для большинства из них это была не первая избирательная кампания. Поэтому выборы прошли очень так четко, правильно, слаженно. Мы работали с КАИБами, то есть у нас были электронные устройства. Результат был получен сразу. Наблюдатели, получившие в первые же буквально минуты обработки данные, были удовлетворены результатами. Коллектив готов к работе на следующие выборы. А вот для Ирины Шершневой это были первые выборы. Поэтому благодарность от главы Ленинского муниципального района получить особенно почетно. В этом году она отвечала за работу избирательного участка номер 1261, который находился в историко-культурном центре, где было зарегистрировано более 600 человек. Участок работал с утра с 8 часов и до 8 вечера. За этот промежуток времени проголосовало практически 30% избирателей. Мы раздавали груши детям, взрослым. Были принесены из дома красивые букеты цветов. Атмосфера праздника. После торжественного награждения состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов района. Ирина Бока, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.